Красота и здоровье. Советы для красоты и здоровья. Красота и здоровье всегда интересуют человека. Хочется оставаться дольше молодым и красивым. Вот несколько советов, которые помогут поддержать ваше здоровье и красоту. Первое. Каждое утро натощак съедайте 1 столовую ложку льняного семени, тщательно разжевывая и запивая стаканом теплой воды. Через полчаса можно есть. Это замечательно очищает организм. Кожа станет более ровной и свежей. Будет наблюдаться небольшое, но здоровое похудение. Также семя льна укрепляет волосы и ногти. Второе. Ежедневно употребляйте в пищу салат из вареной свеклы. Свекла – уникальный очиститель крови. А здоровье крови – это важный показатель красивой внешности. Третье. Ежедневно употребляйте в пищу не меньше 50 граммов орехов, любых, которые вам нравятся. Волосы и ногти скажут вам огромное спасибо уже через 2 недели. Четвертое. Раз в 3 дня делаем маску для волос из порошка сухой горчицы, разведенной до консистенции каши с добавлением растительного масла. Лучше использовать репейное или из зародышей пшеницы. Наносим на влажные волосы, держим 20-30 минут, смываем. После месяца регулярного применения вы просто не узнаете свои прежние волосы. Пятое. Позаботимся о ресницах. Пустой тюбик из-под туши моем внутри при помощи родной намыленной кисточки. Просушиваем. Затем капаем внутрь масло зародышей пшеницы. Перед сном наносим масло по всей длине. Шестое. Еще раз о коже. Замечательно, если приобретете для себя такое сокровище, как амарантовое масло. Основная составляющая часть этого чудо-продукта – это сквален. Масло впитывается практически на 100%. В борьбе с морщинами, шрамами, ожогами, растяжками и прочими кожными неприятностями, вне всякой конкуренции. Пользоваться маслом амаранта нужно ежедневно, смазывая и тело, и лицо. Эти простые советы позволят вам сохранить красоту и здоровье. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк,